Меня зовут Александр Чернов. В кабинете руководителя есть шикарный вид. Сейчас мы находимся в зоне, зону отдыха для сотрудников. Здравствуйте, меня зовут Александр Чернов. Сегодня я покажу вам просторный шикарный офис площадью 208 квадратных метров в самой высокой башне на территории Москва-Сити. Это башня Федерация Восток. На данный момент мы находимся в зоне Open Space. Здесь три переговорные комнаты, одна из которых видовая. В данном офисе панорамные окна в пол и шикарный вид на север столицы. У данного офиса очень хорошая продуманная планировка, которая предполагает размещение 35-40 сотрудников. Мы продвигаемся в кабинет руководителя, и сейчас мы находимся в зоне, которую можно использовать как зону отдыха для сотрудников, небольшую столовую, либо зону ресепшена. В кабинете руководителя выполнена хорошая дизайнерская отделка. На полу расположена паркетная доска. В кабинете руководителя есть своя комната отдыха